Вот столько людей идут на кладбище сегодня, 1 ноября, День всех святых в Польше, и людей очень-очень много идут сегодня на кладбище, все-все идут, все на кладбище к своим близким. Ну и это у нас в родительский день, а здесь всех святых. Вот здесь мы находимся на кладбище во Вроцлаве, 1 ноября, День всех святых, как я уже говорил. И вот здесь знитры стоят, очень много, все ставят себе на могилы все цветы, вот такие красивые вазы со свечками. Вот видите, и людей очень много. Вот здесь вот очень много людей, очень-очень много. Так что вот так. Вот. Вот тут столько цветов продаются. Вот здесь очень много цветов. Вот здесь столько продаются цветов. Вот здесь 8 января 67 года умер Збышек Цибульский, польский актер. Поезд поехал, и он хотел у него сесть, и разбился, и погиб тут на этом третьем перроне Цибульский. Вроцлавский главный вокзал во Вроцлаве. Недавно был отремонтирован, но сейчас здесь очень пусто, потому что сейчас уже около 5. Да, сейчас здесь минут 6, и так пусто, вон поезд там прибыл. Такой вокзал. Очень красиво отремонтирован, все сделано для удобств. Вот так вот здесь. Так красиво. А мы ждем для себя тут поезд. Вот так выглядит кладбище ночью. На фотоаппарате, конечно, не видно так красиво. Но вот это вот так вот все светит. Это так очень красиво. Вот такие все огоньки. Красные, желтые, зеленые. Такое очень красивое. А это поезд вот такой. Вот здесь можно сидеть. Вот тут. Ну, если, конечно, купешь, но это вот первый вагон. Так. Разные есть такие, и такие есть. Вот мы приехали в Забже. Станция ремонтируется. Очень много станций ремонтируется в Забже. Ну, это очень хорошо, что ремонтируется, что потом они очень красиво выглядят. Вот так ремонтируются и перроны, и ремонтируют все.